Субботнее утро в городе Семилистынец прошло под девизом «Чистота своими руками». Лабытнанские добровольцы, объединив усилия с эко-волонтерами «Зеленой Арктики», навели порядок на двух прибрежных территориях – у реки Аби и протоки Вылпосл, поддержав таким образом инициативу губернатора округа Дмитрия Кобылкина. Торжественный старт экологической акции был дан на центральной площади города главой Мариной Тресковой. К месту проведения субботника добровольцев доставили автобусы. За ними последовала и наша съемочная группа. На работу добровольцы ехали с воодушевлением. Идею провести субботник волонтеры поддержали сразу. Город выделил необходимую технику. Настроение замечательное. Лабытнанги – наш дом. Хорошо, когда в доме чисто. 50 волонтеров стали главными героями дня. Сильные мужчины собрались вместе, чтобы очистить окраину города от габаритного мусора. К ним присоединилась и команда мальчишек. Поднимать тяжело им взрослые запретили, но для школьников главное – участие. Да, я решил помочь. Ну, мы с классом вот узнали в интернете, в группе Лабытнанги онлайн, узнали об этой акции и решили сходить на нее. Город – это наш общий дом, мы должны его все дружно убирать. Стоит напомнить, что лабытнанцы все чаще организуют субботники по уборке городских территорий. Все акции проходят при поддержке городской администрации. Самые массовые традиционно проходят в весенний период. Необходимость уборки в осеннее время года продиктована самой природой. Ведь из-за особенностей почвенного покрова многие замусоренные места становятся доступными только сейчас. Сегодня мы проводим пробную акцию, чтобы посмотреть, насколько замерзла почва, насколько техника может здесь работать вместе с людьми, с человеческим ресурсом. А вообще идея этой акции, я, наверное, секрет все-таки раскрою, это идея губернатора. 12 сентября, когда он был с рабочим визитом здесь на территории города, он сказал, если мы чистим остров Белый, куда завозится техника, куда завозятся люди, почему мы не можем очистить территорию нашего Ямала? Мы с удовольствием подхватили эту идею губернатора, сегодня стараемся ее реализовать. Главное место проведения экологической акции – протока Вылпосл. Прежде на ее берегах базировалось градообразующее предприятие «Лесобаза». Оно давно прекратило свое существование, а доски бревна остались. Идей много, куда их применить, но пока главная задача – очистить берег. Раз уж взялись, надо, наверное, делать. Дело хорошее, благое? Ну, и, конечно, здесь, как посмотришь, все берега такие практически. Поэтому потихоньку с чего-то надо начинать. Поэтому вот здесь пока. За столько лет вот решили, наводим порядок здесь, собрались. Люди активные все, позитивные. Все встали быстро, пошли, собрались. Суббота, утро, хорошая погода. Вышли и наводим порядочек в городе. Мероприятие сегодня очень важное, я считаю. Принимает участие здесь много людей, много организаций, в том числе и общественных. Я представитель общественной организации «Экомир», город Лабытнанги. И считаю очень важным проводить такие мероприятия в городе у нас. Как мы видим, довольно-таки большой полигон здесь для работы. Вот, но общими усилиями, я думаю, мы справимся. Усилия действительно были совместными. Вместе с добровольцами, жителями города Семилистынец, порядок наводили волонтеры, представители «Зеленой Арктики». У этой общественной организации большой опыт работы по проведению подобных экологических акций. Прям очень приятно, что много лет все это находилось здесь. И вот не стали ждать следующего года, именно сегодня начали делать уборку именно в этом месте. Уже своими глазами можно увидеть, как идет процесс. За каждым квадратным метром все увеличивается площадь чистоты, как ее можно назвать. Вот. Не будем восстанавливаться, будем продолжать. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Но, к сожалению, ментальность наших людей такова, что ссорим, поэтому будем убирать. Весь город будет в 2017 году поделен на квадраты. За каждой территорией будет закреплена и организация, и люди, и жильцы. Поэтому мы не остановимся. Это только старт. Ирина Волокитина, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».